Я мечтаю о том, что я никогда не буду пожинать плодов, а умру я, нагнувшись, завязывать... В оргазме ты умрешь! Завязывая кроссовки перед утренней пробежкой. Ну и, может быть, умру в оргазме. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня невесты Анастасия, Вероника и Дарья. А жених у нас Дмитрий. Здравствуйте, проходите. Дмитрий, 52 года. Трижды пытался обрести семейное счастье с одной и той же женщиной, но всякий раз она влюблялась в других мужчин, разбивая его сердце. Дмитрий – директор сети проката строительных инструментов. Гордится тем, что в 19 лет стал кандидатом в мастера спорта по тяжелой атлетике. Признается, что храпит по ночам. Дмитрия не заинтересует слишком покладистая и неухоженная девушка. Его избранницей станет спортивная, яркая и образованная женщина с огоньком, способная пробудить в нем инстинкт охотника. Здравствуйте. Здравствуйте. С цветочков начнем? Конечно. Лариса, вам многие говорили за фильм «Служебный жестокий романс», но только мне пришлось лупасить своих сослуживцев по стройбату по голове, чтобы они дали мне спокойно посмотреть этот фильм. Это вам. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Роза, я понимаю, что вы все равно будете меня чмурить изо всех сил с мытищинским прононсом. Это вам. Не, ну тот факт, что он пришел с цветами, уже это говорит о том, что он, да, очень... Ну, конечно, интеллигентный. Дмитрий, ну, конечно, первое, что приходит в голову, это поговорить о вашем ангельском терпении. Раз вы столько прощали жене своей измены и возвращали ее... Но я-то знаю, что там дело в другом. У меня аж крылышки зачесались. Что в ней было такого особенного, что так она вас зацепила, и вы готовы были и дальше закрывать глаза. Вот из-за чего я из семьи ушел в конце концов, это описывается стихотворением, когда она с другим связалась, а я отпал как таковой. Какой она себе казалась таинственной и роковой. Я все бы снес. Но горем сущим мне было главное вранье. Каким бесстыдным счастьем сущим вовсю разило от нее. Вот этого я выдержать уже не смог. Но вам и сейчас нужна женщина с таким же темпераментом. Планида моя такая. У меня ж... Нет, не планида. Это видимо. Тип ваш мужской. А вас другой не возбуждает. Дай вам сейчас сельскую учительницу, нравственную, хозяйственную, милую. А вы с ней заскучаете. Надо, чтобы она на тракторе умела кататься. Нет, надо, чтобы она трактором по вам прошлась. Да, да. Мне кажется, ему нужна такая стервозная девушка, судя по всему. То есть это наш случай на самом деле. Да, да, со спокойным встречаем. Наш случай, да. Во сколько лет женились? Мне было 26, ей было 18. Угу. То есть я повстречал ее на пляже. Через сколько женились? Через год ей было 17, я ждал 18 лет, дождался, женился, прожили. И она тут изменила года через 3, по-моему, жизни. Как хорошо, что ты у нас такая верная, преданная. Абсолютно. Дети родились один за другим или... Дети родились вне брака. То есть я с ней поженился, потом вот она изменила и развелся. Потом мы снова сошлись. И тут начали рожать детей. Вне брака, да. Родили детей. И тут она влюбилась наконец-то в 33 года по-настоящему уже так, по-серьезному. Когда она успевала-то влюбляться? Она же уходила куда-то? Нет, она никуда не уходила, она жила со мной все это время. Нет, ну а где же она этих мужчин? Ой, а что ты думаешь, что для этого нужно прямо выйти с утра и по Красной площади? Эй, ты, любовь моя, где ты? Нет, ну как же не выйти? Ой, можно садовником, с водителем, все что угодно. Было бы желание, Рос. Ну что-то я не уверен, что на садовника и водителя она бы запала, ну в общем... Ага, а запала на кого она? Просто получилось. Ну, предприниматель такой, не очень крупный. Значит, вы сняли отношения? Ну, я с ним поговорил, так скажем. Угу. Ну и все. Слушайте, ну мне вот кажется, что вначале он как-то не очень произвел впечатление, но сейчас я вижу, что парень, мужик без купюр, прямой, такой простой и, как мне кажется, добрый. Что было такого особенного в вашей бывшей, что вы все время ее возвращали? Ну, я ее не смог возвратить. Я ее все время пытался возвратить, но не смог. А было в ней то, что я не, как сказать, это... Девочка невзятая моя, то есть я с ней жил, но мне не удалось проникнуть до конца в ее сердце, пропитать своим ядом все ее естество и так далее. Угу. То есть вот она все время ускользала из моих рук, и я не сумел. А вы прям как у Макса Фриша к Эльвире хотели в сны ее войти, да? Прямо вот
Я хотел заполнить все, что у нее есть. Со следующей так же будет? Каждую складочку. Ну, в принципе-то да, я такой тотальный, так скажем. То есть, если я обрушиваюсь на женщину, это как бы я сравнивал даже свою супругу, там спрашивали, а как ты вот на нее, там, как ты это ей рассказал, я говорю, понимаешь, вот когда бетонная плита падает на человека, она же не спрашивает, как я, можно я на тебя упаду? Хрясь. Смотрите, и все, изменяешь на всю жизнь. Одно дело, когда падает плита бетонная на 30-летнего, а другое дело, когда на 6-м десятке. Не боитесь сломаться, нет? Да нет, хребет не боюсь. Хребет перерубит вам вот такая... Это прекрасно же. Ему нужна такая стервозная личность, и в принципе ты подходишь под это. Ему нужна женщина огонь. Огонь с блеском в глазах такая. Жена должна вам быть по статусу. Ну хватит уже молодыми девчонками. Это, знаете, 90-е все малиными пиджаками и молодыми, у кого круче, у кого моложе. Сейчас этим никого не удивишь, а наоборот только вызовите некие странные подозрения относительно себя. Вам нужна женщина состоятельная, состоявшаяся. Да, от 40 бы я до 47 лет, уже не мечтающая ни о каких детях, которая сама будет представлять собой визитную карточку, и когда вы с ней будете выходить, это будет вызывать уважение относительно вас. Роза молодец. Вот Роза молодец. Да, Роза себя, значит, молодец. Бессмысленные слова Розы, абсолютно. Да. Вы не послушаете. Нет, не послушаю. Я знаю, я в этом уверена. Потому что 3 дня назад я в плавках корячился на первенстве Кубка России по бодибилдингу. 3 дня назад в плавочках. Никакого статуса. А я вчера, ну, да. Скажем, даже не корячилась, а прыгала с высоты 8 метров без страховки. И что? Это же не говорит о том, что я теперь должна брать все моложе и моложе. Это как раз говорит о том, что мы в своем возрасте можем задавать тон. Ну, я способна зажечь искру охотника. Я, да, я уверен в этом. Да? Я, ты? Я вообще уверена, думаю, что это ты. Мужчины очень боятся через свой возраст смерти. И вам кажется, конечно, если вы будете с молодой, то вы и сами молодые. А, правда, правда. И вам нет, я верю. Я изо всех сил гребу против течения времени. Да, нет, конечно. Я вас рассмешу. Вы, наоборот, плывете по течению. Потому что ни один мужчина, который сидел на вашем месте в возрасте, не сказал, а мне очень важно, чтобы мое поколение, есть о чем поговорить, мне нужна прекрасная, но ровесница. Никто. Поэтому не против какого течения вы. Вы обычный мужчина на 6-м десятке, который не хочет стареть и умирать. Согласен. Которому, наверное, есть что показать. А может быть, кто-то есть среди аудитории, кто хочет стареть и умирать? Поднимите руки, я хоть посмотрю на вас. Мне нравится, он обратился к залу. Ну, такой лучистый, светлый. У нас есть видео. Welcome to my house. Пошли. Вот она кухня. Вот она рассада. Но если кто думает, что мышцы растут сами по себе, так нет. Вот они из-за чего растут-то. Но лучше всего мне удается, конечно, спать. Я вообще вот такой вот. Как он, Соня? Прям лягу на эту кровать и сплю, и сплю, и сплю. В одиночестве. Доченька арестует мне вот такие картинки. Унитазы квадратные, бедре квадратные, ванна квадратная, раковина квадратная. Квадрат – это моя любимая фигура. Я сам стремлюсь, похожим на квадрат. Вопрос, а в спортзале у тебя не будет стоять раковины больше? Можно дома заниматься, коврик расстелит, ты все покажешь, как быть. Вы завидный и известный жених молодых барышень, которые сочли бы за счастье выйти за вас замуж. Наверное, вокруг вас вьются. Что не так? Почему вы один? Они недостаточно шалые, так скажем. То есть вот именно надо, чтобы в женщине сочеталось несочетаемое. Свою бывшую никогда не пытали, уже расставшись, уже когда кровь остыла, никогда не спрашивали, скажи, пожалуйста, ну что во мне было не так? Почему? Нет, я все тебя так любил, почему изменяла? Не отвечала? Ну, нет, это как бы разговоры велись постоянно. Ну а что ее версия? Почему? Она заплачет, зарыдает, начинает кататься по полу, в общем, уходит от ответа как-то так. А у вас у самого никаких предположений? Нет, у меня есть, и, скорее всего, я скоро издам повесть на эту тему, о том, как но это все описывается. Ну, ты в двух словах, что была за причина, как вам кажется? Причина была, именно она попыталась прожить свою жизнь.
которую не я ей навязываю, она попыталась сама стать хозяйкой своей жизни. И потом, по прошествии какого-то времени, она поняла, что жизнь-то, в принципе, только одна, и описываю я ее наиболее полно. Да мне кажется, просто нужно ищет ту женщину, которая будет с ним долго по жизни, до 30 до 40, то есть, которая будет готова с ним проходить трудности. А молодой он повеселился. И... Молодую хотите красивую, она захочет большие квадратные метры. Как бы я хочу, как все, конечно, старую страшную. Ну, ладно, раз уж у вас одни молодые красивые, давайте. Давайте смотреть. Василиса. Я думаю, что бессмысленно говорить о том образе, который Дмитрию подошел бы для постоянных отношений, потому что, судя по всему, именно постоянных отношений-то он и не хочет. Более того, вы хотите мучительно вернуться в один единственный свой опыт, вот тот, который был, судя по всему. Конечно. Не понимаете только одного, что женщину найти с таким характером или такую ситуацию можно, а вот полюбите ли вы ее так же? Потому что чувства, они дважды не повторяются. Любовь, она всегда разная. Я боюсь вот этого для вас. Но вот эта его тяга к молодости, понимаешь, реально, как вот внутри он как бы мальчиком не созрел, остался. Не созрел, не созрел. То есть, да? Знакомьтесь с первой невестой, может быть, вам повезет. Убиваете. Здравствуйте, Дмитрий. Я надеюсь, как минимум мы с вами вместе потренируемся, а как максимум давайте посмотрим. Это вам. Вы растоптали меня. Пойдемте, вас провожу. Анастасия, 31 год. По образованию преподаватель английского и французского языков. По профессии персональный фитнес-тренер. Гордится своими достижениями в конкурсах фитнес-бикини. Признается, что всегда опаздывает. Предупреждает, что у нее спортивный режим дня. Анастасия все чаще стала испытывать чувство стыда за своего избранника и в конечном итоге решила прекратить с ним отношения. Надеется, что Дмитрию она будет гордиться. Здравствуйте. Можно мы сначала преподнесем небольшие приятности для вас? Это цветы, чтобы создать немного весеннего настроения. Я только вчера прилетела от родителей из Дубая. И единственная передача, которую они там смотрят, это «Давай поженимся». Ой, спасибо, хорошая дальше, да. Ты шустрая ты какая. Ну, фигура. Да нет, все замечательно. Нет, ну да, молодец. Анастасия, ваш бывший избранник не дотягивал по социальной лестнице до вас? По статусу? Почему испытывали чувство стыда? Ну, во-первых, для меня очень важно, каким образом мой молодой человек относится к моей семье, к моим родителям, потому что это для меня святое. Давайте тогда пораньше. Как вы с ним познакомились? Где? Мы познакомились с ним в фитнес-клубе. Он был инструктором. Вот. А я только начала заниматься спортом. И как-то вот так вот у нас закрутилось. Он на вас не обратил внимания сначала? Нет, он наоборот всячески обращал на меня внимание. Это я не подпускала, и вот он своими различными там предложил мне тренировки, предложил... Вы москвичка? Нет, я родилась на Сахалине, но мы 13 лет уже живем в Москве. С семьей? Да. Очень яркая. Да, эффектная одежда, да. Красивая, красивая. Да. Дмитрий, конечно, был очень рад ее. Он просто умер, когда он ее увидел. Прям так это... У вас хорошая квартира в Москве? Машина хорошая. А у вашего тренера ничего не было? Ну, да. Послушайте, как будто я гинеколог и говорю, давайте сейчас Жигули на сцене я вас сейчас просто мне кажется, пропульпирую. Понимаете, о бывших либо хорошо, либо никак. Почему? Поэтому они же не в другой программе, понимаете? Или дома с подружкой. Что здесь уже кокетничать? Расслабьтесь, расскажите искренне. Например, он поразил меня своей красотой, поэтому я закрыла на все глаза и пустилась в эти отношения. Потом не смогла это очевидно, терпеть. Очевидно, так например, оно и было. Все. Хорошо, основная проблема заключалась в том, что мой молодой человек был всегда доволен текущей ситуации, да, то есть он не хотел развиваться, он не хотел учиться, он не хотел больше зарабатывать. А сколько лет он был? Он был на 5 лет старше меня. Девушка с претензией хотела однозначно амбициозного мужчину, коим он не являлся.
вы влюбились в простого парня. Что вы от него хотели? Вы его повезли в Эмираты знакомить со своими родителями. И вышел он в трусах, и что такого? Ну, сейчас, глядя, так сказать, с высоты своих лет, я понимаю, вот то, что вы говорите, это абсолютная правда, да, так оно и есть. Я попыталась взять человека с другой планеты и переселить его на свою планету. Вы так тоже не говорите, какая там, вам просто повезло родиться... Нет, я имею в виду, его жизненная позиция была настолько далека от моей жизненной позиции. Вы чем занимаетесь? На данный момент я персональный тренер. Ну, тоже недалеко ушли. Вы нет, его буквально коллега. То же самое, да. Вы его коллега. Что ж такое? А давайте видео посмотрим. Давайте. Может, когда-нибудь есть персональный тренер? Какой бы точке планеты я не находилась, будь то Москва, Нью-Йорк или Дубай, я никогда не изменяю своему образу жизни. И практически мой каждый день начинается именно здесь. Дорогой жених, я очень надеюсь, что однажды мы, например, вместе с тобой вместе. Я безумно люблю путешествовать, особенно в жаркие страны, где есть солнце, песок и, главное, море. Куда мы с вами сейчас и отправимся? Прошу. Море – это моя любовь, потому что оно дает мне энергию, силу, красоту. И я очень надеюсь, что ты так же, как и я, любишь море. У нее видео классное, действительно такое. Как, мне кажется, она показала действительно, вот какая она есть. Да? Давайте уже не про прошлое тогда, а про настоящее. Вас не смущает, что Дмитрий, может быть, ровесник вашего отца? А что, у вас такой молодой отец? Папа постарше немного. Сколько ему? Папе 60. У нас постарше. Много тем общих для разговора. Не смущает, родители не будут против. А мы затем могу разговаривать только о вас. Нет, меня это не смущает. Вы в потрясающей физической форме. Дмитрий хочет еще детей. Двоих, например. Вы же понимаете, что на какое-то время, да, для того, чтобы потом восстановить вот, тело, нужно будет, да, и время, и... Ну, это безусловно. И депрессия. Я считаю, готовы? Что... Готовы? Вообще хотите детей? Первоначальная функция женщины – это родить ребенка и воспитать его. А вы готовы к тому, что... Вы уж извините, пожалуйста, мы все смертные, что Дим может не дожить до выпускного-то. Да. А что вы меня так смотрите? Выйдет со Станкина сейчас, его машина собьет. Вы к этому готовы морально? Понимаете, разница у вас 20 лет. И чего? Нет, Дмитрий, не обид, просто Роза так грубо, но... Манера моя какая-то шатановская. Да, ну в 70 лет, будет, когда вам будет 70 лет, ребенок будет выпускаться. Да. Личный возраст. Прекрасно. Я тоже говорю, что в 70 лет жизнь только начинается. Абсолютно. Я наконец-то сделаю себе подтяжку круговую на лице. Вас это не смущает, и нас это тоже не смущает. Мою душу, мужчина. Жизнь начинается в каждом возрасте, в каждом десятке. У вас действительно плохой характер, вы правда в этом уверены? Потому что Дмитрию нужна женщина именно с очень плохим характером, на иное он не согласен. Чтобы всю морду мне расцарапала. Вы способны это сделать? Если очень попросите, я могу. Но нет, его запрос внутри... именно прямо стервозная женщина, он этого не скрывает. Потому нет, что у меня было слово «шалая». То есть шалая? Не столько стервозная, сколько шалая. А шалая это та, стервозная, вот смотрите, это та, которая настаивает на своем, вопреки даже желанию окружающих. Шала-ла-ла. А шалая, это, я так понимаю, просто Нет, это еще хуже. А это какая? Вот тогда давайте. Ну, это шалая терминологическая. Нет. Давайте определимся терминологически. Поднимаем тост. И женщина как бы отпивает, и я говорю, ну я же тост еще не сказал, она фу, все вино назад. И говорит, да-да-да-да, конечно. Вот это шалая сделала. Нет, это не из ее истории. Я почему-то их рядом не вижу. Я тоже не вижу. Вот если я сейчас встану, выйду на сцену и сяду на шпагат, это будет... Нет, да перестань, ты что, детский лепет? Ну, все-таки интересно. Это знаете как, вот приходим мы с вами, допустим, на прием, посвященный там Новому году. Да довольно пафосное мероприятие, все, выпиваем по бокалу шампанского, идем танцевать, и вы садитесь на шпагат. Прекрасно. Я оценю сразу. Ему нужна красивая вещь, которую взял именно на презентацию вот, чего-либо, кого-либо. Да. Эскорт, по сути. Эскорт услуги. Вот шала-ла-ла-ла-ла. Я тоже, например, себе нарисовала подружку. Не подружку, мне надо человека, с которым
который меня будет хоронить, там, когда меня собьет машина возле Останкина. Ну, я могу сказать, что она будет очень долго которая выбирать. Которая возьмет меня на руки, да, и скажет, платье, что скажет, от какой же фирмы нашла мне заказать черный туалет, чтобы прямо вся эта похоронная очередь попадала. Он поплыл от нее вообще. Да? Да. Он не видел таких. Да. Я хотела узнать, любите ли вы протеиновые оладушки на завтрак? Какой кошмар, фу. Не надо так про протеиновые оладушки. Ну, вот что я вам хочу сказать. Вы мне угрожаете? Нет, но я хочу, чтобы это было официально запротоколировано, что протеиновые оладушки – это великолепная пища. Для ума и сердца. Значит, да. У вас есть три бонуса: свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна или традиция. Начнем со свидания наедине. Так я и думала. Может, и шпагат, на шпагат там сядете. Анатолий, а вы чем занимаетесь? Я предприниматель. Ага. Ну, вы не чиновник, нет? Не в тех кругах? Ну, можно сказать, что немножечко в тех. Угу. То есть мы друзья. А вы женаты? Нет, я разведен. Let's stick to English. Let's stick to English, absolutely. Great. What kind of music you listen? What kind of music? I like R&B, I like soul. I'm in love with Toni Braxton and I like any kind of R&B music. Давайте на русский язык перейдем. Ну, давайте. Честно говоря, я чокнутый перфекционист. У меня есть, допустим, мечта про путешествие. Куда? Да ну вот, взять, допустим, машину и проехаться по восточному побережью, по западному побережью в США имеется в виду, или поездить по Франции и все прочее. Из-за чего не делают, спросишь, да? Да. Женщины подходящей нет. Нет нужного человека. Да, да. Да, он бывает эпатажный, как сейчас. На самом деле, вот за его брутальной нежностью, внешностью, вот, оговорился, да? Брутальной внешностью скрывается очень достаточно... Нет, он похож на бандита 90-х. Он похож на бандита 90-х, при этом он очень многоэтажный человек. Понимаете? Угу. То есть вот на одном этаже он спортсмен, который достигает своих целей, значит, вот три... Нет, послушайте, давайте так. Можно я бывшая спортсменка, а бодибилдинг, ну, знаете, с большим натягом к спорту. Он до этого был не бодибилдер, он был дзюдоист, потом он был силовое троеборье, и несколько лет назад он себе поставил цель стать бодибилдером, и он несколько дней назад занял третье место. Смотрите, его жена, родная, которая ему детей родила, не уважала и вытирала об него ноги. Это неправда. А вы хотите... Сюрприз покажете? Конечно. Проходите. Из этой пары Цветочек, я куда не пошли. А я считаю, что они как раз таки пошли. Сюрприз на самом деле. Так. Значит, смотрите, протеиновые оладушки – это все-таки уже следующий уровень, правильно? Да, начнем мы все-таки с апельсинового фреша, да? Так как мы с вами спортсмены, и наше утро, безусловно, должно начинаться с витамина С, а сейчас мы определим, кто же из нас быстрее, больше и, главное, качественнее сможет выжать апельсиновый сок. Пожалуйста, мне не поддавайтесь. Все должно быть по-честному. Ну, она играет грамотно. Типа, шеф, ты, но рулю я. Поехали? Прям вот так вот и сюда выдавливаем. Прям вот так вот мы с вами режем и выдавливаем. А то есть выдавливать надо? Да, в конце нашего батла я скажу, какой приз. Вы должны победить. Я должен. Качественно. Это значит без косточек. Ну, Вика, не скажи это. Милый, налей мне. Это я с собой принесла. Ну так кто победил? Давайте посмотрим, что у нас получилось. А я думаю, вы на шпагат все-таки сядете. Так, ну безусловно, вы немножечко меня опередили. Поэтому теперь мы точно знаем, кто будет первый просыпаться по утрам и выжимать нам апельсиновый сок. Прекрасно. Вам здоровья. Проснуться утром. Спасибо, Анастасия. Заберите цветы, свою подружку и в комнату проходите. Роскошная фигура и возможно. Достаточно ли она для вас безбашенная? Шалая. Ну, в какой-то мере, да. Вот сок об этом говорит.
Вам понравилось? Вы хорошо своего друга знаете. Да, я по образованию математик. В математике есть понятие «необходимые достаточные условия». Вот для Димы необходимые достаточные условия – это необходимые условия, чтобы девушка любила спорт, девушка любила книгу, девушка любила его, и девушка была личностью. Вот эти необходимые условия абсолютно соблюдены, это я вижу, ну, я в восторге. Ну, ты его явно поразил с внешними качествами. Но она сдержана. Мы же люди в возрасте. Угу. Мы же, так мягко говоря, принюхиваемся. Это 18 лет, там, бутылка шампанского склеивает семьи навечно. А угу. Когда тебе 52, ну, это как бы происходит не так быстро и не так скоро. Он, когда тебя увидел, у него сразу глаз загорелся. Это было видно. Мы там половину времени разговаривали по-английски, например. А я ее стремился как бы вывести как раз из зоны комфорта. И она великолепно это Нет, ответила. Это как раз ее зона комфорта. Конечно. Это ее профессия, английский и французский. Ну, значит, я понтанулся и сам попытался выйти. Я спутал. И опять все Роза, спутал. Как тебе невеста? Настенька, хороша, понятно. Но мне кажется, все-таки это будет очень неравный брак. Опачки, задумался. Когда астрологи рассуждают о людях водных стихий, говорят, что рак – это обычная чистая вода, кристальная, рыба – вода мутная, а вы – ой, какая мутная вода, а она – скорпион, вода бурлящая. Этого бурления мы не увидели, потому что очень сильная земная стихия в гороскопе, например, Луна в Деве. Да, это человек, который не просто работает над телом, который каждую мышцу будет прорабатывать. Вот такой гороскоп. И она в жизни внимательна к деталям. Дома будет идеальной хозяйкой, просто идеальной. Я думаю, что, конечно, про оладьи это просто была шутка. Способна быть аккуратной, способна быть верной. Самое приятное ее качество, она сильно привязывается к тем людям, которые есть. Это правда. Это вот прям про тебя, дорогая. Могу сказать, что она из тех, кто не испытывает страсти сразу. Если готова ее действительно завоевывать в течение какого-то длительного времени, тогда можете получить хорошую отдачу. А вы точно астролог? Знакомьтесь психолог? Со второй невестой. Удачи. Здравствуйте. Очень необычно на знакомство с вами. Посмотрим, что получится. Да что же за такое-то? А вот. Вообще. Это мне? Да, да. Вероника, 30 лет. 7 лет работала инспектором таможенной службы. Сейчас занимается живописью и продает картины. Коллекционирует фарфоровых кукол, катается на лыжах и выращивает цветы. Гордится своим сыном. Супруг Вероники был прекрасным человеком в трезвом состоянии, но даже небольшая доза алкоголя превращала его в неадекватного мужчину. Привет, девчонки. Здравствуйте. Спасибо всем, хорошенькие. Для начала можно я прервусь? Хотела бы от нашего стола к вашему клубника в шоколаде для сладкой жизни, для настроения. Какая красота. Дарит, как нам, а? Клубник в шоколаде? Да, в разном. Молочный, белый, темный. Просто красиво. Супер. Да. Почему вышли замуж такая красавица за алкоголика? Вы знаете, он не алкоголик. Просто не всем дано сохранять лицо в пьяном виде. То есть, казалось бы, как бы можно, да, там, повеселиться, что-то себе лишнего позволить. Но были ситуации, которые могли бы повести за собой... Ну, он был пошлый, пошляк такой, да? Пошляк. Он мог, например, в компании сидим, чья-то жена сидит, он сидит, ей грязные комплименты, как бы... Что у тебя там, типа, обвисла грудь? Да. Была ситуация, это как раз-таки повлекло развод. Это ужасно. Странная самоуверенность, вот я бы такая, так сказала. Да, а это, знаете что, это наоборот, это комплексы. Это от скудоумия раз... И от безнаказанности. Совершенно верно. Грустно, конечно, когда молодые девушки должны выводить, лечить алкоголиков, потому что они их любят. И несмотря на то, что вот он так себя вел, выпил, вы все равно вышли за него замуж. До брака такого не было. Он был совершенно адекватным настоящим мужчиной. Он старше меня на 12 лет был. Заботливый, мягкий. Хороший. Но стоит просто выпить, да. Понесла. А вот родился ребенок. Родился ребенок. Это его не изменило, наоборот, развязало ему язык, да? Да. И вы знаете, мне кажется, что может быть какой-то переходный возраст бывает у некоторых мужчин в определенный момент. И да. Крышу да. стало сносить. Да. Вы знаете, я все-таки защиту скажу. Все-таки, когда появился муж у Вероники, он решил все ее проблемы. Давайте будем откровенными, да, которые были. В том числе моральные проблемы.
А материальные? И материальные, конечно, да. У них как таковых серьезных, конечно же, не было. А что за проблемы у вас были? Вам что, одеваться не во что было? Нет, я из хорошей семьи, у меня всегда был достаток. Я благодарна своим родителям. Какие проблемы, да, он решил материального плана? Речь идет прежде всего о моральных проблемах. То есть была проблема, да, и он очень поддержал Веронику в тот момент. Ну какая моральная, ее бросил молодой человек? Нет, у меня была авария, я попала в аварию просто в одну. У меня были некоторые проблемы ввиду того, что я работала в госслужбе на тот момент. А это сразу какое-то разбирательство, это всякие идут представления на работу. То есть это, ну, вы такое... задавили кого-то, что ли? Нет, я сбила человека, был в момент, но не задавил, слава богу, он жив, все в порядке, с ним вопрос. Не, ну, задавили, это одно и то же. Он не отмазывал, нет, это невозможно отмазать, потому что, когда рассматривается дело против госслужащего, это сразу же настолько важно. Ну а что тогда? Нет, он меня поддержал. То есть как бы он был рядом. Ну вы понесли наказание? Нет, я не виновата. А она не была виновата. Чем дальше, тем интереснее история становится. Да. Достаточно ли вы безрассудны? Я не прощаю ошибок. Я не прощу, если мужчина где-то ночует не в том месте. Если он как-то, это будет наказание. Надо так и не смотреть. Я хочу сказать, что это не ошибка, а ошибище. Это просто реальное дурное поведение. Я очень много даю в семье, и я много буду требовать. А давайте посмотрим, как вы живете. В 5 километрах от города. Здесь очень уютное, тихое, спокойное место для отдыха после рабочего дня, для воспитания детей. Вообще, в принципе, для наслаждения жизнью, скажем так. Предлагаю вам зайти ко мне домой, там будет более интересно и много что скажу. Добро пожаловать. Это кухня-гостиная. Здесь, в зоне кухни, я люблю готовить, встречать гостей. Мы уютно проводим вечера за хорошим, вкусным, горячим ужином. И также уютно проводим время на диване и смотрим хороший какой-нибудь фильм. И на душе уютно и тепло. Предлагаю пойти ко мне в комнату на второй этаж. Ну, это здесь зона музея имени меня, в шутку я это называю. Одна из моих первых работ, я на самом деле, может, как-то подсознательно нарисовала себя, ну, с кем, не знаю, с кем. Эта моя работа была уже сделана после моей смерти, душевно, как бы, мысленно ее отпускаю, но все равно я с ней на связи. Здесь я пыталась воплотить какую-то комнатку принцесски, то, что я мечтала в детстве, наверное. Хотела создать загородную обстановку, а провинция Франции, Прованс, как раз как нельзя лучше подходит сюда. Все эти маленькие шторки, за дверью в шкафу, занавесочки с розочками, все это мне помогает отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Я чувствую себя здесь комфортно, уютно, мне тепло. Дом хороший, машина. Надо подружиться. Может быть, кстати, нам это и понравилось. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды. Для снижения веса готовить не надо. Все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Вероника, дорогая, поедете в Екатеринбург? А почему нет? Смотря как кто зовет. Ну, то есть вы легкая на подъем? Меня ничего не держит. Я вот сейчас, да. А дом? А хозяйство? Папа. Со мной там папа. Мама, к сожалению, умерла этим летом. Ой, я вам очень соболезную. Это, конечно, потеря, но надо жить дальше. Умеете вообще держать удар? И нанести тоже могу. Молодец. У вас осталось два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Давайте с семейных традиций, наверное, начнем. Есть такая? Это все наши семейные традиции ушли, конечно, к сожалению, с мамой. А вот тайна у меня есть. А месяц через месяц, примерно так, мой организм выдает сразу две яйцеклетки. Я могу родить разнополых, разнояйцевых, красивых. Да, нет. Чего ж вы молчали? Надо сразу с этого начинать. А сюрприз покажете? Да, покажу. Пожалуйста, проходите. Не, молодец, мне понравилось. Да, прикольная девчонка. Дмитрий, вы спортсмен. Ну, да. Я думаю, что все девушки в этом зале меня поддержат. Пожалуйста, очень хочется увидеть этот обнаженный торс. Я даже помогу, пожалуйста. Да, очень хочется. Вы правда этого хотите? Да вы сами этого хотите, это же очевидно. Да? Конечно. Покажи нам свои бицепс. Покажи мне любовь, да? Трицепс. Ну, хорош, хорош. Хорош, хорош, да. Старческая, обвислая кожа. Ну, что не будем терять. Что там прекрасно рос? Ладно. Дима 40 лет занимается спортом. Прошу подойти сюда. Нет, ну хорош, это прямо вот... Ну как на такой груди не оставить след художника? Показал свое тело. Теперь еще больше будет у него девушек.
на него заглядываться. Ну да, да, такая мини-реклама. Он же суть ваяния влюбленного скульптора. Да. Ой. Каждый может обидеть художника. Так, тут заодно и попробуем. Ну, красиво же, ну. Шутки шутками, но я пришла не с пустыми руками. Эту картину я нарисовала сама. Окно в Европу, я же из Петербурга. Тут что-то такое, то ли Греция, то ли Рим. В любом случае, создает настроение. Я бы хотела, чтобы это у тебя висело где-нибудь. Вот, почему бы нет. Так что это тебе на память от меня, от передачи. Спасибо, Щебетунья. Забирайте цветочки, девчонки. Ну, у вас просто фантастическая подружка. Ну, вообще тяжело, да, такую вот форму? У меня вообще тайн не осталось от вас. У меня вообще тайн от вас не осталось. Скажите, тяжело такую форму поддерживать? Нет, мне легче поддерживать ее, чем вот это все прекратить. Потому что мышцы сдуваются тяжело, кожа обвиснет и так далее и тому подобное. Вот честно, сначала вы меня вроде как смутил, но вот там он мне понравился. Понравился? Да. Я типа что-то ты классно, да. Вероника, ты супер, молодец. Спасибо. Смотрелась вообще. Очень. А как хотите провести годы, когда вы уже отойдете от дел политических, например, от работы? Вот когда уже будете пожинать плоды, о чем мечтаете? Ну, я мечтаю о том, что я никогда не буду пожинать плодов. Угу. А умру я, нагнувшись, завязывая кроссовки. В оргазме ты умрешь. Завязывая кроссовки перед утренней пробежкой. Ну и, может быть, умру в оргазме. Что вы скажете про Веронику? Меня лично она просто очаровала. Красавица живая, естественная. Вот про Веронику хочется сказать следующее. Вот я смотрю и понимаю, что вот в России на самом деле самое... Умные, красивые, креативные девушки. Вот какое-то такое ощущение остается. Однозначно. Однозначно. Это нас касается. То есть настолько правильно тебя увидели, очень приятно, хоть и времени мало было. Вам понравилась Вероника? Да. Вот посмотрите, она не менее красива, чем первая невеста. Да? Да. И фигура потрясающая. При том, что она рожала, да. Но она ведет себя совершенно по-другому, питерская девочка. Роза, тебе как? Я совершенно не против, что Вероника, мне тоже понравилось, ребенок есть. Угу. Мне нравится, что вот они тебя увидели правильно, такой, какая ты есть. Ну да. На мой взгляд, Вероника ровно тот психологический тип женщины, который вам нужен. Именно психологически. Тут дело не в том, чего добилась, есть ли дети, какая история за плечами. Тут важно то, что это ваш психотип, и вам с этим психотипом будет достаточно комфортно. Она будет понимающей в тех моментах, где это необходимо. Она будет буфером от ваших собственных сумасшествий, потому что она достаточно трезвая, земная. Но в какие-то моменты времени, да, в ней живет мисс «Хочу». Она способна и каблуком топнуть, и кулаком, наверное, стукнуть способна. Велика в ней сила желания. Иногда эти желания ее ведут такими неведомыми путями. Я думаю, что вам еще стоит вот из того, что вы рассказали, с ней посравниваться, поконкурировать. Она, думаю, даст фору. Поэтому чудесная девушка. Но еще раз скажу, мне кажется, что сегодня ваше желание или то, что вы демонстрируете за него, явно противоречит вашей потребности внутренней, настоящей. А я тебе сразу сказала, такая что ты ему подходишь. Знаешь, просто другой вопрос, нужен ли он тебе. Еще есть одна невеста. Знакомьтесь, проходите. Вы же заканчивали психологию, да? Нет. Так, где? Там зайдут. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Меня зовут Дарья. Пойдемте познакомимся поближе. Да. Это вам. Спасибо большое. Дарья, 31 год. Работает юристом в инвестиционной компании и в агентстве по недвижимости. Обожает париться в бане и нырять в прорубь. Мечтает открыть свою кофейню. Предупреждает, что ее избранник должен прислушиваться к ее мнению. Ровно в тот момент, когда Дарья впервые испытала чувство гордости за своего мужа, он унизил ее так сильно, что отношения было не спасти. Надеется, что Дмитрий окажется настоящим мужчиной. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас небольшие подарочки для вас, поскольку мой родной город Томск. Это конфеты ручной работы, птичье молоко. Томск – это родина моей бабушки, да, маминой мамы. Спасибо. Очень приятно слышать меня снова отсюда. Так, и небольшой такой весенний из ягод
сюрпризик. Можно кушать прямо сейчас. Как тебе третья невеста? Ну, мне понравилась она, потому что профессия ее уже говорит о том, что это очень высокоинтеллектуально развитый человек. Расскажите, как вас муж унизил? Ну, скажем, просто была не очень приятная ситуация. Муж вложился в бизнес наконец-то, да, путем метаний, проб, и они с кем-то в долю построили ночной клуб. Да, они открыли кафе «Ночной клуб». И вот день открытия, успех, фурор. Вы вся красивая, напомаженная, да, жена, пришли. Да. В день открытия, когда я подошла к супругу рядом, там диджей что-то объявлял, я, ну, наверное, испытала те чувства, которые вот я ждала все это время. Очень хотелось им гордиться. Взяла его за руку, подошла, и он меня так тихо отодвинул. Не показывай, что ты моя супруга. Это лишнее, это ни к чему. Дал бы дразда своему бывшему мужу как следует. Такой, ты бы дала прикурить. Но это было последним днем вашего брака, я надеюсь. Это было за несколько месяцев до рокового принятия решения. Выяснилось, что он открыл этот клуб для того, чтобы знакомиться как раз с девицами, и вы ему мешали. Так? Или я слишком упрощаю? Ну, видимо, так, я не знаю, потому что знакомства там действительно были. Скажите, а когда он только вздумал открыть, допустим, не пельменную для ветеранов, а ночной клуб, вы на что надеялись? Я, честно говоря, не была против, что он там будет пропадать какое-то время, но... Но вы же понимали, это как пчелы против меда, но это же смешно. Вы же понимали, чем это может закончиться? Наверное, на тот момент это уже был такой между нами бой своего рода, потому что уже к тому времени как-то семья... В общем, не ребенок, а ребенку сколько было 9... на тот момент? А тогда было порядка 4 года, 4 года. Вы... И уже не ребенок вас не держал никак? Нет. Где вы сейчас живете? Здесь, в Москве. Мне кажется, внешне он не такую ищет, мое мнение. Но она очень миленькая. А ничем вас Дмитрий не напугал? Напугал. Чем? Напугал Дмитрий, безусловно. Можно я скажу? Можно. Да? Первое впечатление было действительно очень положительное о вас, Дмитрий. А дальше, вы знаете, показало, что вот вам вроде столько лет, 50, вам бы семью действительно иметь. А такое ощущение, что вы хотите спутницу на показ, то есть некий экскорт, а не жену действительно, которая будет ухаживать за вами, будет вам и в горе, и в радости, и, собственно... Вы путаете, у меня песочек-то еще не сыпется, за мной ухаживать-то особо не надо. Я не в том плане, чтобы подать стакан воды, либо убрать тарелку, а сопровождать вас по жизни как женщина, то есть ухаживать как женщина, то есть действительно заботиться о вас, там, как вы выглядите. Или все-таки вам нужна девушка для на показ? Да, она должна нравиться. Ну, нравится можно по-разному тоже, да, можно... Нет, он же сказал, как должна нравиться. На шпагат в мэрии посмотрела, да? Он именно этим напугал. Этим он напугал. У него же группа поддержки защищает акцию. Молодцы, конечно. Не, ну молодец, смотри, какая приятная, да? Обаятельная. Тоже нежненькая. Вы выглядите девушкой приличной, стеснительной. Вы такой не будете. Я вас развращу, влюблю в себя, а потом брошу. Ой, ну я уверен, что этого не произойдет, потому что Дарья, с учетом ее опыта, знает себе цену уже. Да. И то есть поэтому... при словах «я хочу открыть ночной клуб», она мне сразу стулом по голове. То есть вы его исправлять будете, что ли? Нет, я никого не собираюсь исправлять точно. В общем, вы недостаточно безрассудны для того, чтобы вот в омут с головой. Вы знаете... Или кто, поди, знай. Я скажу так. Чтобы в омут с головой, конечно, наверное, не про меня. Я присмотрюсь, я подумаю. Вы юрист. Могли бы друг другу взаимополезны. Но при этом я на самом деле очень легкая на подъем, авантюрная, жизнерадостная, много друзей. А еще у вас скелет в шкафу, о котором мы можем узнать, если вы хотите. Какой у вас скелет в шкафу? Бонус. Или не будем? Нет, как не будем? Что, прям хотите? А зачем? Я тут до трусов почти разделся, а вы говорите, скелет в шкафу не будем. А вы думаете, там это с раздеванием как-то связано? Что это значит, лекарство? Я практически не пью таблетки. Я их боюсь глотать, правда. Вот у меня есть такой... Никак. Порошок? Самовнушением. Медитацией. А почему вы боитесь пить таблетки? Случилось в детстве стеноз, так называемый. Начала задыхаться около 8 лет. И все, с тех пор я не могу таблетки, уколы. Для меня это паника, страх, все. Поэтому я не просто не пью. И ребенка также лечу. И зубы без анестезии. И мы себе. Покажите сюрприз. Я попробую. Танцевать будут, наверное. Тишина плавит нежность, как воск свечи. Время лечит, а ты молчишь. Но потом все простишь.
Оп, смотри, как вам сразу. Мне вот это не понравилось. Нам дороги нет, а в конце коридора свет. Через ложь, правда, свет. Я буду жить для тебя, обещаю, над пропастью по краю я тебя проведу. Дай мне руку, я буду с тобой. Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, своей любовью бесконечной я спасу нас двоих, ангел мой. Даш, ну вас нисколько не смутила вот такая близость с малознакомым человеком на сцене? Это же сцена, мы здесь все звезды должны быть. Играем. Спасибо вам, не забудьте цветочки, проходите. Спасибо. Анатолий, поскольку вы не женаты, сейчас свободны. Вы тоже за все это время могли бы присмотреть себе невесту. У нас так бывает, что складываются не сразу знаю, две у меня пары. Сложный случай, я с сыном живу. Вот, поэтому я пока... А сыну сколько? 11 лет. Несложно, у нас очень много отцов-одиночек. Нет, у меня может еще... Может быть, в следующий раз? Немножко требования сложные, то есть я как бы... У меня условие такое... Что, сложнее, чем у Дмитрия? Намного, потому вот что... какое? Как бы я, когда с девушкой знакомлюсь, я ее предупреждаю, что наши отношения будут ровно до того момента, когда она повысит на меня голос. Вот все. То есть с точностью да наоборот? Мнение не перебил последнее. Самое интересное, они подумали, что я скромная девочка. Уже приятно. Дарья великолепна. Как вы понимаете, я ее пытался вывести из зоны комфорта, да, когда вот шагнул ей за спину. Она не испугалась этого. Восприняла это все адекватно, она молодец. А вы их зачем как трактор тестируете, я никак не пойму. Все время что-то... У меня инстинкт такой, я что с собой сделаю-то? Да? Анатолий, а вам-то понравилось, Дарья? Очень понравилось. Мне понравилось. Мне тоже сейчас понравилось. Дарья человек чудесный, но человек, которому все время суждено со стороны жизни видеть такие своеобразные подножки. В частности, они могут и в личной жизни проявляться. И ей нужно к этому быть готовой. Это постоянная жизнь, как на вулкане, несмотря на то, что ей хотелось бы спокойной жизни. Мне кажется, что с вами все более-менее понятно, более-менее очевидно. И, наверное, ну, она могла бы решиться сделать этот шаг какой-то. Хотя я, наверное, не советую. Все-таки это не совсем... Ваш тип женщины, и вы не ее тип мужчины. А у меня постоянно подножки. Все время. Я хочу спокойно жить, да. Секрет натурального вязкого кваса – северная рожь и собственная технология. А секрет крепкой семьи – любовь, доверие и взаимопонимание. Вязкий квас. Люби со вкусом. Кого вы советуете, Анатолий? Я советую, наверное, первую девушку. Она Дмитрию наиболее подходит. Они, как это, вот есть понятие, общие планы на будущее, да? Вот я чувствую, что вот первый вариант... Хочется он с ней прожить и умереть в один день. Да. Хорошо, да, такой прямой вопрос, если он к тебе зайдет. Ты как? Выйду ли я к нему? Да. Я думаю, да. Роза? Настеньку жалко. Она, в принципе, может согласиться и выйдет, но вряд ли она с вами долго. А мне все-таки хотелось, чтобы и у вас была семья, и она была не на один день, а как минимум на оставшуюся жизнь, в общем-то. И поэтому тоже ее надо проживать. Ну, может быть, Даша, она помягче, поспокойнее, ребенок. Вот если он зайдет, выйдешь? Ну, конечно, выйду. Пообщаться-то надо. Я уважаю людей и людской выбор. Мне нисколько Анастасии не жалко, с чего вдруг. Она способна за себя постоять. За ней стоят родители, у нее все хорошо. И если что-то будет не устраивать, она соберет чемодан и уедет. Поэтому что это? Она, Настенька, абсолютно несказочный персонаж. И она пришла за вас бороться, значит, она тоже все про себя понимает. Я как раз вас вижу, и она как раз та женщина, которая заставит вас страдать. А вам это необходимо. Вас это будет будоражить. Ну, почему нет? С ней вы будете всегда держать вишенку между попы, между булочек. Я считаю, что вам больше всех подошла бы Вероника. Это правильный для вас образ. И мне кажется, что к женщине такого типа вам надо было бы стремиться. Он должен к тебе стремиться. Мне вот нравится это выражение. Я думаю, что вы давно решили, кому пойдете. Мы вас поддержим. В любом случае, да. Проходите. Первая, вторая, третья. Спасибо. Ура! Очень важно, чтобы женщина попалась яркого склада. Она не должна быть тихой, неспокойной и забитой.
именно с такой женщиной огоньком вы сможете спокойно договариваться и комфортно себя чувствовать. Выходите, давайте Дмитрия поддержим. Здравствуйте. Уже родная. Так, ну что, давайте. А что тянуть-то? Давайте. У нас есть пара Дмитрий и Анастасия, если вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Спасибо.